Всем привет, с вами канал Love Train, и сегодня я буду работать проводником. Так, идем в наш вагон, у нас 6-й вагон. Это мы сейчас в первом. Так, идем в наш. Потом я вам покажу поезд, но в принципе его всегда. И буду выполнять обычные дела проводника. Всю серию. Недавно вот записался работать. Так. А это какой, в каком мы сейчас вагоне? А, это только 3-й вагон. Нифига нам еще бежать. 3 вагона. Ну ладно, пробежимся. Двери за собой обязательно. А, это вагон ресторан. Да, это вагон ресторан. Обязательно сюда сходим посмотреть. Ну, хотя мы и так сейчас. Ну, короче, я весь вагон, поезд весь обойду и покажу вам. Весь. Что тут, как тут? Где тут? Так, это какой 4-й. Так. Идем. А, мне надо к начальнику зайти точно. Поезда. Тук-тук. Заходите. Здравствуйте. Ой. Так, ваша товарная накладная у вас на руках? Товарной накладной нет, понятно. Значит, находится в вагоне. Сегодня мы вам выдаем в рейс 8 рулетов, 36 подстаканников, а также 36 чая. У вас будет 18 мест, из них занято 9. Все, счастливого спасибо. Пути. Через докладную идем тогда в 6-й вагон быстрее, это у нас там уже ждут нас, наверное. Так, стоп, это 6-й же, да? На всякий случай, чтобы убедиться. А то вдруг, блин. Да, это 6-й. Так, все, сейчас будем. Так, все, открываем дверь. Здравствуйте, предъявите ваш билет, пожалуйста. Так. У вас купе 4, место 8. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, предъявите билет, пожалуйста. 479, Санкт-Петербург, Сухум. Состав поезда находится на так, первом. У вас купе 1, место 1. Здравствуйте, предъявите билет. Состав поезда находится на первом пути. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Так, у вас купе 5, место 10. Билетик возьми. Уважаемые пассажиры, не доверяйте свои вещи случайным людям. Не оставляйте вещи без присмотра. Пользуйтесь услугами камеры хранения в здании вокзала. Attention, do not leave your things with strangers or unattended. You can use the services of the left luggage office in the building of the train station.
здравствуйте, справочная информация. Туалеты у нас находятся в конце вагона, а вагон-ресторан между третьим и четвертым вагоном. Спасибо. До свидания. Так. Здравствуйте, справочная информация. Туалеты у нас находятся в конце вагона, а ресторан-вагон находится между третьим и четвертым вагоном. Вообще, но сначала вагон. Здравствуйте. Пожалуйста, отчет по билетам, по пассажирам. Вы билеты собрали повторный раз? Второй? Нет. Хорошо, сколько у вас пассажиров? Сейчас скажу. 4. 4, хорошо, отлично. Все, счастливого пути. Спросите у них, если кто-то что-то желает из вагона-ресторана, зайдите в вагон-ресторан и принесете им еду. Ага, все, спасибо, до свидания. Желаете ли вы что-нибудь из вагон-ресторана? Здравствуйте. Можно мне колу, пожалуйста, и стейк? Все, ваш заказ скоро будет. Спасибо. Так, тут у нас никого. Так, мне надо в вагон-ресторан. Колу и стейк. И нам надо принести это нашему пассажиру. Вообще, вот проводником работаю первый раз, так что я не знаю, что получится. Может быть, еще будут какие-то другие, там, например, работаю проводником на Сапсане, например. И что-то в этом духе. Здравствуйте. Можно нам, пожалуйста, колу и стейк у нас заказать? Отчет по вагону. Какой вагон заказал? В шестой. Все будут довольны. А, ну мы сейчас уже спать будем. Сейчас я отнесу заказ и буду сразу спать ложиться. Мне еще до своего вагона добежать надо. Так, это пятый и следующий наш. Так, бежим, 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 бежим. Главное их не разбудить, а то еще заказ не принес. Так,
очень классно быть проводником, потому что можно вообще вот ты полежал, посидел, поспал. О, все, прибываем. Так, мне надо подходить уже. Утро у нас. Уже. Так, все, открываем дверь. Так, опа, опа, опа. Так, все. Все, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Идем начальнику поезда отчитываться. К директору. Так. Мне в какой надо получиться назад, да. Вот он. Ну, в принципе, нормально я сегодня поработал. Мне даже понравилось. Может, будут следующие части. Вы пишите в комментариях, хотите или нет. Я, в принципе, готов. Мне нравится. Так, купе проводника. Здравствуйте. Здравствуйте, все пассажиры довольны? Да, все довольны. Все хорошо, еду из вагона-ресторана заказывали, да? Да, заказывали, колы стоит. Ну хорошо, все, спасибо за работу. Да-не. Так, пойдем в конец, получается. А сколько у нас тут вагонов? Даже не знаю, что-то. Я работаю проводником, не знаю, сколько тут вагонов. Это что-то не то. Ой, что-то не то. Так... Кстати, я еще не знаю, почему начальник поезда всегда вот в штабном вагоне ездит. Может, там потому что инвалиды ездят. Но я не знаю, как-то это нелогично. Ну, в принципе, нам эта тема не нужна. Мы ей не касаемся, мы не начальник поезда. Может, будем когда-то начальником поезда... Сниму когда-то это, но маловероятно, если меня пустят. О. Так что все в ваших силах. Если много будет комментариев и лайков на этом видео, то тогда, может, даже я попрошу у начальника, чтобы он меня сделал на одну серию начальником поезда. Это все может быть. Так, сейчас посмотрим, в каком мы вагоне. Так, мы в 9-м. Так, идем дальше. Так, сколько у нас тут вагонов вообще? Вроде бы, не помню. Или 10, или 11. 10 вроде бы. Так, ну ладно, это какой вагон? Это 10 получается. Так. Так, все, выходить сейчас будем. А, ой. Я пошел не туда. Надо поначалу. Так, все. Выходим. Так, так. Все. Вот такой вот у нас поезд. Очень длинный, надеюсь, аж вагон. Так, ну что, сейчас будем прощаться. Коронная фраза. С вами был канал Love Train. Уважаемые зрители нашего канала, мы благодарим вас за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Спасибо за внимание.